Здравствуйте. Доброго тепер ранку. Чуємо. Так, доброго ранку, пан Наталю. Ну, от сьогодні міжнародний день оргазму, і хотілося б з вами поговорити. От ми обговорювали трошки з Аллою, так, перед тим як зв'язатися з вами. Чому от у нас склалася така, така позиція, не знаю, суцільна, загальна, що говорити про задоволення в сексі, про оргазм взагалі, про секс взагалі, це соромно? Ну, ви Ніхто з нас воспитував в Совєтському Союзі, і секс у нас був як будто би під одіялом, об этом було стидно говорити. І по сей день, сексуальне воспитання у нас нет в школі, хоча вже во всіх многоразвитих странах существует такой предмет. І по этой причине многие люди боятся, стесняются и скрывают это все в себе, носят. Вообще об этом говорить даже со своим мужем, даже находясь в длительных отношениях, все равно это является какой-то постыдной темой. Я как сексолог и наши сексологи очень хотим это изменить, потому что сексология — это наука не только о сексе, это наука о отношении к себе, к противоположным, вообще об отношении к людьми, к собственной идентификации, к собственной гигиене. То есть к сексуальности своей, к открытости своей. Да, это очень-очень большой такой вот комплекс, который включает много-много таких вот маленьких подпунктиков. Многие недооценивают. Взагалі, ну, всі сприймають це як фізичне задоволення, але ж все йде все-таки не від фізики, а від самої голови. Я права? Ну, тут от прям, знаєте, ряд таких от моментів существует. Когда человек не получает оргазм, это может быть и на физиологическом уровне, и на психологическом уровне. Это даже может быть какая-то травма с детства, например, если какой-то момент, например, ребенок сидел и трогал себя, изучал себя, мама зашла в комнату, крикнула на него, он испугался, и у него осталась травма, и он потом со временем, то есть перестает относиться к этому как к чему-то естественному, да? То есть он начинает себя зажимать со всех сторон. Для него эта тема страшная, опасная, потому что на него накричали, отреагировали у нас. И со временем у него могут быть проблемы ну, в сексуальной жизни и в отношениях, потому что сексуальная жизнь так не отвечает наших отношений. Стосовно того, які ви можете дати поради сучасній молоді та й не тільки молоді, як прислухатися до себе, як говорити про це і не соромитись, що варто робити в першу чергу? Слухати себе? Я би все-таки, во-первых, я би обратилась к директорам наших школ, да, нашого образования і сказала о том, що пора би вже давно розпитатися ввести такой предмет, как сексуальное воспитание. Для каждого возраста есть определенные темы, которые дети должны знать. Ведь на самом деле есть вот такая тема важная, да, это как вот личная граница, да, то, да. Что вот под трусами никто другой права трогать не имеет, не смотреть, не трогать это твое личное пространство. И если ребенку вовремя это не объяснить, то в какой-то момент он может стать жертвой педофила. Как бы это... Ну и саме через це багато таких випадків остаються. І якраз з дітьми дуже маленького віку, там 5-6-7 років. З якого віку, як ви вважаєте, треба говорити з дитиною і про власні там межі, кордони, так, і про секс взагалі, і про те, як розвивається тіло? Обязательно, починає, ми должны постепенно вводити тут, да, не нужно давати все, да, главное правило, это мы не отвечаем обширно на вопрос, вот вопрос, есть ответ. Все, мы не распространяемся дальше, да, мы не вот говорим о том, чего не нужно еще знать маленькому ребенку. Ну, тобто, чекати, поки дитина сама спитає, чи можливо вже почати там певну розмову з якогось віку, з якого? По гигиене, о личных границах мы начинаем говорить с 3 лет. То есть это уже нужно понимать. Потом, понятно, со временем есть на каждом этапе есть определенные информации, добавлять всегда. Вот, то есть понятно, что ребенку в 3 года не нужно знать, как он, как именно он появится. Но бывают такие каверзные ситуации, когда вопросы, тогда мы отвечаем вот
четко, знаете, одним ответом, да, но не распространяемся глубже в эту тему, да, для того, чтобы ему еще рано. Вот. И в каждом возрасте есть такие вопросы, которые должен знать. То есть нужно понимать, что в каждом возрасте своя информация. А якщо, наприклад, дитина не цікавиться і проходить там один період, потім інший, потім вона стає підлітком, і весь час мовчить і не цікавиться, батьки мають все-таки якось провокувати на такі розмови? Есть сейчас очень много книг про это и так далее, да, вот много литературы. Если родители, так как они воспитывались, да, во времена, когда секс был под запретом, стесняются, не умеют, они могут спокойно вместе изучить. Если родитель не даст информации, ребенок обязательно полезет и узнает об этом либо одноклассников, одногруппников, друзей, интернета, да, и это все будет опошлено, то есть это будет достаточно пошло, информация будет не стерильная, и что он там накопает, сами представляете, что это может быть, да. Поэтому лучше все-таки, когда родители будут авторитетом для него, не люди, которые там с ним вместе учатся, не подростки, а родители будут авторитетом, которые смогут показать ему, что вот мы гуру в этой теме, и мы знаем, что тебе рассказать. А щодо от певних тенденцій, ми часто говоримо про те, що зараз діти розвиваються швидше, що зараз дівчата вже мають вигляд такий, як там дівчата там мого віку мали вигляд там, не знаю, в університеті. Ну, от такі речі постійно лунають. Насправді стало якось і сексуальне оце зростання швидше. Вже, ну, це відчувається в сексології, ці тенденції є? Появился интернет, и доступ информации стал максимально близкий. Соответственно, ограничить мы его не можем. Это не в наших силах. Поэтому чем раньше вы начнете объяснять ребенку, как это все устроено, тем меньше, знаете, что секретно, то всегда хочется скушать, то интересно, да? Чем более открыто, чем вы больше снизитесь с этой темы, такой вот, знаете, степень важности, вот, и такой вот запретности, тем ему будет меньше хотеться копаться вот в этих каких-то ужасных порнографических сайтах, да, ему будет уже все понятно, меньше стеснения, меньше какой-то замкнутости на эту тему. Это очень важно на самом деле сегодня. Почули вас, дуже вдячні вам за відверту розмову. Козлова Наталія, клінічний психолог та сексолог, була з нами на зв'язку. Друзі, на цьому маємо з вами прощатися. Всім дуже вдячні за увагу. Підписуйтесь на наш YouTube-канал «Правда тут». Там вас чекають найактуальніші відео та новини. З нами завжди цікаво.